Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня, по просьбе подписчика, мы будем тестить UB-Milling. Да, ребята, если вы тоже хотите, чтобы я затестил вашу деку, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите мне в комментариях, какую бы деку вы хотели. Желательно скинуть дек-лист. Но если такой возможности не представляется, то просто пишите. И да, деклист должен быть именно в формате деки, а не ссылки, иначе это сообщение уйдет в спам. Итак, UB-Milling, сайдборда у нас нету, будем тестить пока так. 4 стены потерянных мыслей у нас есть, защитник за 2 мана 0-4, когда выходит на поле битвы, целевой игрок милит 4 карты. 2 копии повергнуть в прах, это наш ремувал. 3 презрения тирана, тоже ремувал. 4 стирания мысли, это наш дискард. 4 копии распада мыслей. За 3 маны контерспелл, который когда контрит, целевой игрок милит 3 карты. Ну, как, точнее, контролирующий спелл игрок, вот так вот. 2 копии рева карнариума, это наш масс ремуа, потому что быстро кричевые деки нас быстро имеют. 4 ошивока кромсателя снов, за 3 маны 5 лояльности. Заклинания и способности, кстати, оппонентов не могут заставить их серчить в деках, это важно, потому что скейп-шифт сразу отваливается. За минус 1 целевой игрок милит 4 карточки, а затем каждый оппонент изгоняет свое кладбище. 2 копии компании по дезинформации. На самом деле тут не должно было их быть. Тут должно, я не помню, по-моему, 4 Джейса и что-то еще. Но у меня, к сожалению, 4 Джейса не было. Я решил вот закинуть 2 компании по дезинформации. Во-первых, они наполняют нам руку. Во-вторых, у них синергия со стиранием мыслей. В-третьих, они сбрасывают карту оппоненту. В принципе, неплохая такая чарка. 2 копии вековечных богов кефнетов. За 4 маны, 4-5 полет. Мы можем первую подрованную карту, которую мы должны подровать в каждый ход, показать. Если это карточка инстанта или сорцери, то мы ее благополучно можем скопировать, немедленно разыграв, причем она будет стоить на 2 маны меньше. 3 копии Джейса, повелителя тайн. За 4 маны, 4 лояльности. Если мы должны взять карту, пока в нашей вердике нет карт, вместо этого мы выигрываем партию. Все просто. То есть мы можем тут милить сами себя. На самом деле, мы в принципе можем милить сами себя. Почему нет? И таким образом выиграть альтернативно. То есть такой контроль, в принципе контроль, с самомилингом даже, можно так сказать. Презрение Враски, это очень хороший ремува, потому что он убирает из игры и Кричу, и Плэнсволкера, мы еще и Гениуса. И 3 копии явления вековечных богов за 5 маны, 4 за 4. 4 по 4. Наносим 4 повреждения целевому Кричу, получаем 4 хита, милим кому-нибудь 4 карты и используем скопище 4. Вот так вот. И монобаза такая вот, какая была. Так, такая монобаза и есть. Вот такая дека. Надеюсь, она вам понравится. Надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра этого видео. Давайте пожелаем друг другу удачи и погнали тестить. И да, ребят, давно не говорил. Скажу, что по ссылке в описании есть, во-первых, группа МТГ Сибирь, где вы можете, куда вы можете вступать. И также есть ссылка на группу нашего красноярского клуба магии Зиндикар. Так, оппонент у нас есть. Какая очень-очень медленная рука. Еще оппонент ходит первым. Не знаю, вот с такой рукой, против чего бы мы ни играли, нам будет некомфортно. Давайте попробуем пересдать. Вот так лучше, я считаю. Давайте кипнем руку. Так, что поставить теперь? Что поставить? Что убрать? Угу. Ремвал отказываться глупо. Стенка неплохая. Давайте уберем остров. Попробуем так. Нам надо подробовать всего 2 карты, чтобы чувствовать себя хорошо, в принципе. Воу! Это было неожиданно. Очень даже. Привет, земля. Так, земля, ходи. Теперь у нас есть выбор, что сыграть. Либо мы сыграем стену. Я думаю, что мы сыграем стену, на самом деле. Мне хочется сыграть стену. Давайте сыграем стену.
Кого бы нам отмилить? Давайте не будем рисковать, отмилим оппонента. Апофеоз ушел, связанные клятвы ушли неплохо. Такие бело-синие токены, что ли? Тефари. Окей. Окей. Так, давайте теперь сыграем компанию. Пусть оппонент подискардится, мы подруваемся. Отлично. То, что нужно. Еще одни лучи у оппонента ушли. Это неплохо. Следующий ход мы, в принципе, сможем сыграть стирание мыслей. Так. Угу. Что это? Возьмите две карты. Если у вас есть благословение города, возьмите вместо этого 3 карты. Окей, оппонент просто подровал 2 карты. Можем сейчас сыграть либо кефнета, но смысла я не вижу. На самом деле я хочу просто, наверное, убрать Тефари. Нам бы еще одну земельку, чтобы мы смогли сыграть стирание мысли и еще раз поставить компанию. Это было бы очень неплохо. Это прямо токены есть какие-то. Волшебство, мы уже инстант. Так, ну, чах. Окей, еще Тефари. Ну ладно. В принципе, Тефари не то, что прям очень парил. Так. Что бы нам поставить такое? Можем, конечно, кефнета забацать. Это какие-то... Ощущаются как мертвые карты. Давайте попробуем стирание. Сыграть. Посмотрим, что там есть хорошего. Лучи, управление массами. Естественно, управление массами возьмем. Лучи. Ну, давайте поставим земельку. Компанию вернем себе. И скажем, ходи, оппонент. Достаточно интересная дека. Я что-то не могу ее понять пока. Что она хочет от меня? Тут и токены, и дровля. И так много всего. Стенку я явно что-то не хочет баунсить. Странно. Ладно, давайте попробуем тогда сыграть компанию. Оппонент спросит еще одни лучи. Я так чувствую. Сбрось лучи. Ну, можешь мне компанию побаунсить, Тефари. Я не против буду. Еще одна мертвая карта в этом матчапе. Блин, может сайт добрать к этой деке попробовать. Кефнета поставить. Будем 3 хода ставить кефнета, оппонент будет 3 хода. Да, памятник гениальности пожертвуй. Оппонент будет 2 хода его возвращать и дровать карту дополнительно. Но это не очень хорошо. Были бы там кричи какие-нибудь. Окей. Бело-синий флеш. Еще одна мертвая карта пришла. Так, ну надо что-то делать. Давайте поставим кефнета. Пусть оппонент нам его побаунтит, что ли. Немножко. И ход. Окей. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 перманентов у оппонента. Интересно. Так, окей, кефнет раз вернулся. Ой, ашиок. Ашиок прикольный. Давайте, может, попробуем ашиока поставить? Давайте сыграем оппонента. Угу. Куча всякого поуходила.
Вселенское очищение в том числе. И позолоченный лотус. Ну и давайте ход. Ой, я чувствую, это будет долгая игра. Но после нее мы будем делать себе сайдборд. Угу. Еще дровля. Сколько дровли? Много. Подойки оппонента. Кстати, что он так? С цепью жизни. Две фишки с цепью жизни. Окей. По чамперов делает. В этой дайке именно. На самом деле интересная дека. Необычно. Давайте еще, может, помилим оппонента. Трансинг мелоди ушло. Давайте, еще помилим оппонента. Может, хоть так получится нас убить? У нас такая не сильно агровая агро. Чтобы с Джейсами разбираться. Мы с одним мы разобрались. Еще лотус, еще лучи, четвертый уже. Ну, ходи. Позолоченный лотос. Окей. Земля. Так, интересно. Давайте попробуем сыграть дискард. Может, понятно, сейчас что-нибудь кучу всего наиграет в стеке. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 маны. В принципе, вот сейчас вот такую вот хрень. Где она? Если у него еще есть. А вот она, кстати. Печально. На самом деле тут все. Нас просто убили. Затоптали, запинали. Интересная дека. Что-то прям так, даже такое не помню ни разу. Так, что, может быть, попробуем все-таки сайдборд какой-нибудь придумать. Или так? Давайте пока так. Продолжим. Ну, интересная дека. Прямо неожиданная. Что самое интересное, у меня все для нее есть. Абсолютно. Практически, за исключением. Да, Mass Removal у меня нету для нее. Окей. Давайте тестить дальше. На самом деле тяжелая дека для выигрыша. Однозначно мулиган. Земли нету. Так лучше. Так прямо лучше. Ну давайте уберем один остров. Пока. Посмотрим. Может, что-то у нас и получится. Интересный цвет. Давайте пока стеночку. Хотя, может, пока не стеночку. Давайте стирание мысли, наверное. Потом будет кричи, будет стеночка. Так, что есть? О! Так.
Интересно. Да. Интересно, что вот такие топовые деки тестят свои деки вот в таком формате. Абсолютно не топовом. Ну ладно. Так. О, подробного сдерживания. На самом деле, я думаю, что мы тут уже ничего не скастим. Надо все-таки, конечно, сайдиться. Давайте попробуем сайт играть. Сайт себе пособирать. Что это все херня? Так. Давайте сайдборд сейчас сделаем быстренько. Так. Итак, ну вот, вроде как накидал себе что-то наподобие сайдборда. Так, на первый взгляд, против всего. 3 дюреса, 3 негейта, 2 порыва эфира, 2 вспыхнущие жажды, 2 гибели легиона, заклинание старейшин и заразная хватка. Вот, пока так. Может быть, так нам будет проще. Может быть, так нам будет интереснее. Давайте попробуем затестить уже с сайдом. Потому что, ну блин. Вообще тяжко. Вообще тяжко. Без сайда. Никогда не знаешь, против чего ты играешь и как себя вести. С сайдботом ты, конечно, можешь хоть что-то предугадать. Потому что это дека. Это так же, как и моноблок. Это против дека. То есть ты играешь от ситуации оппонента. Если ты играешь агрой, да, допустим, грулами, ты играешь сам. То есть ты просто ставишь тупо и пинаешь. Если ты играешь такого робота колодами, типа контролем или еще чем-то, тебе нужно играть от ситуации. Поэтому тут тяжко на самом деле без сайдборда. Давайте позырим. Что у нас на этот раз? Очень долго думает, кто будет ходить первым. Видимо, важное решение нужно принять. Все-таки, видимо, он. Черт. Так, ну тут однозначно мулиган. С одной землей никто не играет. Кстати, 24 земли в колоде. С одной землей играет только монорет. И то очень редко. Так. Ну так лучше. Давайте кип. Это пока уберем. Что, погнали, оп. Оп, погнали. Ой. Чуть не ту землю не поставил нечаянно. Ха. Ну надо же. Забавно. Ой, ящерка побежал. Так, ну чё. Порщицк. Первый порщицк есть. Ага. Отлично. И стеночка. Кого помилим? У нас есть Джейс. Давайте себя.
на этот раз. Вот это, вот за это обидно. Больше всего. Ну ладно. Ходи, оппонент. На самом деле, вот этот сейчас наш может вынести. Если нам сломают стену, то это на, эта хрень нас вынесет. Изи. Мы не успеем просто накопить. А, ну так, так проще. Мог бы сначала, кстати, сначала вот так вот ходить. Так, заводь. А, блин, заводь-то интересная. Но я думаю, что компания интереснее. Сбрось карту. Ой, контерспел. Контерспел прикольный. Можно даже пока без Джейса тогда поиграть, если контерспел будет. Чандра ушла. Ой, это странно. Неужели там вторая есть Чандра на руке? Да, вторая Чандра есть на руке. Это плохо. Это просто трындец как плохо для нас. Угу. Давайте сюда. Блок. Может, не надо было себя мелить? Так, окей. Дело безумия рисует два дамага. Видимо, все в меня. Ну, это логично. Так. Переживем ли мы еще одну такую атаку? А что делать? Нужно что-то делать. Сейчас на нас на 6, на 7, на 8, 9 и 3 хита. Тяжко, тяжко, тяжко. Иди в жопу. С своими мясниками. Вот так-то. Ну, будем блокировать точно так же. То есть, другого выхода нет у нас. И в итоге мы останемся в четырех хитах, если убьем мясника. Ну, мы, наверное, будем убивать дьявола безумия. Что-то он сильно мощный против нас. Отлично. Вторая гибель легиона ушла. Если сейчас ничто не убивает нашего токена, то в принципе мы в нормальной форме будем. В принципе. В блок-то мы ставим сейчас сюда однозначно. Я в этом даже не сомневаюсь. А, ну все тогда. У тебя, может, еще не все? Угу. Ну да, наверное, это все. Мне так кажется. Гибель легиона нам, конечно, нужна. Из сайда. Ну, давай блок. А что делать? Хочешь жить, умей вертеться. Да? Да, киса? Ого. Жалко, маны на все не хватает, на что хочется. Ну давайте хоть так. Нам бы еще одну землю мы поставим в Тефари, и распад мысли у нас будет еще. Ой, Тефари, господи, Джейса. Ну да, атака на 2. Логично. Почему мне в деке с 24 землями постоянно приходится мулиганиться? Я это никак понять не могу. До меня просто не доходит. Так, земля есть.
Давайте возьмем Джейса тогда. Только у нас карты в колоде. Много, до хрена. Давайте тогда будем милить оппонента. Раз, два. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо ушло. Хорошо ушло. Сейчас будем что-нибудь контрить. По-любому. Или убивать. Посмотрим. Лучше, конечно, убивать. Сейчас по-любому войдет. Что там есть вообще? Да, сейчас по-любому у нас два токена. Атака, скорее всего, в меня, я так думаю. Хотя, может быть, даже в Джейса было бы интереснее. А, терзание. Ну, терзание надо контрить по-любому. Ну, прямо нужно. Ой, дьявол ушел. Неплохо. Второй, да, дьявол ушел? Их наверняка 4 в деке. Дека такая. Если оппонент сейчас будет атаковать Джейса, а не меня, то мне это будет, конечно, только плюс. Только огромный плюс это будет. Ничего больше. Окей. Все в меня. Или он хочет побыстрее разобраться с Джейсом. Даже интересно. Все в меня, окей. Может быть, у оппонента бур на руке есть. Ему остается только растапаться. Сейчас посмотрим. Нам бы еще одно призвание вразки подровать, чтобы чувствовать себя в сухости и комфорте. Ну давайте. Подровимся за Джейса. Бонд ушел. Давайте позырим, что есть. Неплохо. Это однозначно кладбище. Давайте поставим еще одну компанию. Подроем карту. Блин, надо выживать. О, это не сейчас, но вообще, вообще это хорошая карта. Раньше бы ее немножечко. Хотя, о чем мне там было убивать-то и, в принципе, нечего даже. Ну да, две фишки легло. Пас. Ну давайте одну пристрельнем. Мало ли, всякое бывает. Да есть, Бонту. Окей. С Бонту тяжелее будет справиться, конечно. Тут уже все. Тут, если вышел Бонту, то тут уже, блин, тяжко. Он токена не посакал! Как? Почему ты не пожертвовал токена? Блин. Ладно, помиль еще. Немножко. Помили чуть-чуть. Дай подроваться. Так. Ага. Как у нас маны вообще? Мне надо 8 маны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четко. Давайте. А, мы все равно умираем. Какая разница? Все равно умираем. Ладно. Эту партию ты взял, дружище. Эта партия твоя. Давайте вторую сыграем. Так, что есть? Это, я думаю, нам пригодится. Так, красное или зеленое заклинание или перманент. Хм. Почему нет? Насилие, гибель легиона. В принципе, тоже может пригодиться. Давайте возьмем все гибель легиона. Так, что нам тут не надо? Что нам тут не надо однозначно? Все это, в принципе, такое неплохое. На распадик уберем. Все-таки. Ашиок. Даже не знаю, нахера он бы нам тут не сдался. Если честно. Компания, в принципе, неплохая. Джейса можно было бы одного убрать. Кефнет бы пришел к нам.
и вопросов бы не возникало никаких. Давайте так. Давайте так попробуем. Если он сейчас зайдет, то у нас есть все шансы побороть БР. Ну что, как вам, ребята, что вы думаете об этой колоде? Насколько она имеет право на существование? И имеет ли такое право? Причем, что заметьте, ни с одной хреновой колодой мы до сих пор еще пока не играли. Ну да, первые две мы проиграли, но, так скажем, тут нужен сайдборд. Он просто очень нужен, этот сайдборд. Что-то ПН прямо очень долго садится. Я не знаю, что он там себе засаживает, что высаживает, о чем так усердно думает. Ну, видимо, есть о чем подумать. Вот. Так, ну что? Будем ходить первыми. Вот. Хорошая же рука. Хорошая. Кип. У нас есть и ответы, и вопросы. Все есть. Все, что нужно. И кошка. И можно даже на самом деле... Ой, еще понятно, мульганится. И можно на самом деле даже не торопиться с такой рукой. То есть не обязательно играть прямо в стиране мысли на второй ход, чтобы, блин, что-нибудь скинуть. Нет, можно подождать чуть-чуть. Что-нибудь там поделать. Поиграть инстанты в крич. Почему нет? Посмотреть, что критично, что не критично. Ну чё, погнали. Еще одну землю четвертую, и кефнет станет 4-5. Хрен пробьешь такую хрень. А, рыцарь, естественно. Первый дроп рыцарь. О, еще дискард. Можно тогда повременить, подискартить. Давайте подискартим, понятно, вторые дропы. Вторые, третьи дропы. Так, жрица, пока. А, да, на топ. Бонд еще надо скинуть. Чтобы вообще чувствовать себя в сухости и комфорте. Окей. Катакомба. Ну, бонду не скоро выйдет, да? Хади. Пас. Пас. Качать-то будем? Думай. Что, уже не такая ураганная рука, как в первый раз? Ха-ха-ха-ха. Ну давайте, кефнет. Кефнет, если что, и зашафлится. А на следующий ход мы просто сыграем два стирания мысли и, блин, там уже я не знаю, что будет. Я, блин, подроллся тем более хорошенько так. У него три неизвестных нам карты. Сейчас и посмотрим. Земля была среди них. Это нас, его приближает к бонту. Бонту надо скидывать по-любому. Ну что, прожарка? Да, конечно, давайте зашафлим кефнет. Угу. Земля. Раз, стирание мыслей. А второе мы и не будем играть. А, на кладбище. Чтобы сразу подорвать кефнета. Хади. Я думаю, на самом деле, что понятно сейчас просто, если он будет даже придерживать что-то, то это будет ремувал. Поэтому... Как бы, ну, вот так вот. Хади кефнет. Хади оппонент. Не совсем даже миллинг получается. Просто тупо такой черно-синий контроль. Еще поджарка. Окей. Да, конечно. Конечно. Ой, стеночка. Стеночку давайте сыграем.
стеночку помили оппонента, да. Ох, неплохо помили оппонента. Ну давайте посмотрим, что там последняя карта. Я думаю, что это земля. Да. Это земля, но кефнета мы приблизим. На следующий ход поставим кефнета. И вот это она держит. И вот это вот держит. Действительно. Дюрес. Ай, повернуть в прах. Бедный наш повернуть в прах. Ай-яй-яй-яй-яй. И повергать-то некого пока. Особо. Давайте, кефнет. И ходи, оппонент. И если мы сейчас явление вековечных богов будем им поднимать. Блин. Будем им барить просто жестко. Так-то неплохо мы помилили оппонента. И подискартили. Более чем. О, оппонент из примола какой-то. Терзань. Ай, блин, даже смешно. Ладно. Конечно, осуществить. О, контерспелл. Ходи. Контерспелл прямо неплохой. Нет. Такого мы не можем пропустить. Позволить себе. Ху-ху. Ну, давайте завать. Почему нет? Погиним хит. Че, подорвал, друг? О, какая-то земля прикольная. Ждем бонту, да? Ждем бонту. У меня видал, какой киф нет? Так. Так. Точно бонту подорвал. Блин. Ой. Читер. Читер. Жестит вообще. Так. Пожертвуй кричу, да? Окей. Че, еще одно? Нет? Не будем показывать эту карту. Ну, так как мы бонту блокировать пока не можем, то будем ходить в атаку. Конечно, это будет медленнее, чем будет ходить до нас атаку оппонент, но тем не менее. Тем не менее, будем надеяться на лучшее. Да, атака. Мы в 17. Земля. О. Это мы показывать не можем, но это мы можем сыграть. С удовольствием. Сбрось карту. Хо, неплохо. Это неплохо. Давайте поставим остров. И атака. Понятно, в 10 будет. Мы будем в 12. Как бы нормально пока. Пока норм. И ходи, оппонент. Что делать? Давайте вернем бонту в руку. Наверное. Да, давайте. И там возможность подровать. Три карты. Если хочешь. Ну, по крайней мере, он в нас в атаку не сходит. Это важно. Мы-то, может, там еще что-нибудь замутим. Забаламутим. Угу. Не очень хороший дроу. Ха-ха-ха.
Хади оппонента. Так. Атака на 5. Это нормально. И дьявол. Не очень хорошо для нас. Но у нас есть стеночка. Нет. Конечно, мы показывать не будем. У нас есть стеночка. Помиль себе 4 карты. Хотя там 22 еще. Ну, кстати, неплохо. Давайте атака с помощью кифнета. Надеюсь, на следующий ход мы не умрем. И кифнет нас будет, наш будет жить. Иначе нам не сдобровать. И атака всеми. Блок стеночкой. Что дальше? Что-нибудь дальше? Умираем мы, не умираем. Ну, ну, ну. Да! Но сначала мы помилим его стеночкой. Ха-ха! Как коварные оппоненты. Что там, 17 карт осталось. Так что, ребята, как вы видите, даже такие деки могут запросто выигрывать. Ну что, третья контрольная игра. Надеюсь, она у нас пройдет быстренько. Постараемся ее сильно не задерживать. Думаю, ничего менять не будем. Попробуем так же. Кстати, ребят, тут так думал. Вы заметили, что у нас ведь в М20 дали офигенные белые лучи. У нас очень много дек, практически, наверное, 50% дек играют дискартом. Черно-синим. Почему никто не играет в сайдер лучами? Они ведь такие классные. Против монореда так неплохо играют. Пишите ваши варианты в комментариях. Так, оппонент, видимо, решил пересадиться. Что-то поменять. Я не помню, были ли у него чандры. Мили ли мы хоть одну чандру. По-моему, нет. Я не видел у него лайтнинг страйки. Я надеюсь, что их у него нету. Ни шоков, ни лайтнинг страйков в деке я не видел. Это немножечко как бы полегче с этим. С этим полегче. Сейчас мы будем на дроу. И нам будет сложнее. Потому что на дроу у него на третий ход. То есть для него три маны, это как для, у нас две маны. И получается, что у него будет возможность поставить и чандру, и дьявола, и, блин, еще очень-очень-очень дохрена всего. И это меня немножечко пугает. Ладно. Чем черт не шутит? Особенно дьявол безумия. Погнали. То есть с этим могут быть проблемы. Вот. Если мы технично не сыграем дискард на второй ход, то у нас могут быть вообще серьезные проблемы. Особенно с чандрой. Итак, ох, хорошо. Давайте кипнем. Прямо вообще хорошо. Раздалось. Так. И рыцарь. Окей. Погнали дальше. Ой, кифнет неплохой дроп. Даже очень. Даже более чем неплохой. Так, рыцарь пошел в атаку. Итак, вампирчик у нас сдох. Дьявол. Угу. Дьявол не самый лучший для нас
Так, у нас еще и растапанной земли бесплатно нету. Ну, давайте еще. Жестить так жестить. Стирание мысли. Что есть? Показывай, рыцарь. Рыцаря убиваем, убираем нахер. Распад. Блин, нужен ли нам этот распад? С такой рукой. Да, наверное, нужен. Пусть будет. Так, ребятки, на секунду буквально отлучусь. И буду снова с вами. Сейчас поставлю земельку. А что там оппонент делает? А-а-а. Интересная карта, да? У оппонента. Так. Ну, давайте сделаем так. И ха... И давайте сразу же при трене враски сюда. И ход. Я вас на секундочку оставлю. На секунду буквально. Так, извиняюсь, ребята, чтобы мне пришлось отвлечься. Наш ход. Давайте поставим заводь. Погинемся немножечко. Может быть, даже карту подрубим. Пускай он умрет. Ничего страшного. О, неплохой дроу. Прямо неплохой. Так, надо нам 7 маны. Еще 2 маны подрубить, чтобы... Чтобы отконтрить контерспел, который полетит... Отконтрить ремувал, который полетит в Кефнета. Так вот. Сейчас посмотрим. Чем там оппонент жестят. Да, еще дамаг. А что делать? Жрица. Жрица неплохая, потому что мы ее сейчас убьем. И бешенство Анграта мы уберем тоже. Ой. Это неплохо. Давайте все-таки поставим компанию, наверное. Пусть оппонент сбросит это бешенство. Сами подробимся. Это тоже неплохо, кстати. Кстати. Я даже, наверное, так больше хочу. Уничтожим дьявола. Пусть лучше будет так. Для нас это интереснее и выгоднее. Выбирай. Ну, я думаю, что он выберет, естественно, жажду, хотя распад мыслей тоже очень, очень сочненько смотрится. Угу. Естественно, он не хочет, чтобы его единственная крича умирала. Так, ладно, мы пока поставим себе стену и посидим на распаде. И внезапно не так уж все у нас и плохо стало. Ой, Бонд ушел. Это вообще шикарно. На самом деле, наверное, самая сильная карта против нас. Хади. Мясник. Ну, давайте по контре мясника. Не хочу мясника. Ой, неплохо так ушло тоже. И дюрес, и мясник, и дьявол. Вообще нормально ушло. 2 мясника уже ушло. О, привет. Давайте поставим кефнета. И сейчас бы нам... Это, была бы у нас еще манка, но вот это прямо очень хорошая карта. Прямо очень хорошая. Поджарка, окей. Давайте зашафлим обратно. Тиков нет? Второй кифнет, который был в деке, нам пришел. Начинаем порево. Жесткое такое, без маски. Послушник. Alright. Ничего не делает сейчас. Так. А давайте что, давайте покажем.
и сыграем. Чисто ради того, чтобы вернуть себе компанию. И это на кладбище положим. Нам одного хватит. С лихвой. И атака. И ходи. Оппонент. Может быть, надо было дать оппоненту пожертвовать? Ну ладно. Тебе не страшно. Пока не страшно. Да, покажем. Даже заплатим. И все на этом. Вот так вот мы и выигрываем бэры. Уже после сайда. Заметьте, да, подскажите, насколько после сайда стало дека сильнее. Насколько более интересные и качественные карты появились. Ну, зависящие от ситуации. Вот такое сегодня получилось у нас, ребятки, видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, написать в комментариях, насколько вам понравилось, что бы вы добавили, что бы вы убрали. Ну, а с вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Всего доброго, пока, до новых встреч!